Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И хочется вам предложить уникальнейший объект недвижимости по локационным данным, по коммуникациям. Земельный участок с строениями. Земельный участок 11,2 соток. В 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции Арсаки. Поселок имени Ленина, уважаемые дамы и господа. Вот мы с вами наблюдаем железнодорожную станцию Арсаки. С правой стороны у нас продуктовый магазин и строительная база. То есть все рядом. Рядом школа, рядом ЖД-станция Арсаки, регулярнейшее автобусное сообщение с городом Москва, Ярославский вокзал. Электричка идет примерно 1 час 40 минут. И вот двигаемся мы по направлению к нашему объекту недвижимости. Слева можем наблюдать школу, справа имеется спортивная площадка. Все это находится на расстоянии 90 километров от МКАД по Ярославскому или чуть дальше по Щелковскому шоссе. Поселок имени Ленина в непосредственной близости от железнодорожной станции Арсаки. 3 минуты ходьбы. Александровский район, Владимирская область. И строение более чем приличное. Недострой и баня. Все, приехали. Поворачиваем направо. И наш с вами объект недвижимости. По счету, наверное, 4-й, но вот забор с левой стороны, видите, блестит, вот он с левой стороны. Ваше внимание, вот он наш продаваемый, уникальный объект недвижимости. Земельный участок 11,2 соток. С достаточно зрелыми березами, елью на участке и с выходом к пруду. Огорожен со всех сторон он комбинированным забором. Газ у нас на центральной улице. И никаких проблем, подключаем по программе догазификации. При наличии зарегистрированного жилого дома или бани. Баня есть. Но ее нужно зарегистрировать. Делать это будет уже новый собственник. И мы в этом ему поможем. Естественно, возмездно. Ваше внимание. Забор у нас профлист. Железные столбы и деревянные лаги. Локационно более чем приемлемо. Газ по госпрограмме. Электричество, пожалуйста, 15 киловатт, 380-220 вольт. Подключить можно также. Помогаем в этом. Подключаем, оформляем. Уважаемые дамы и господа. Прекраснейший земельный участок. Как для постоянного места жительства, так и для загородного отдыха. Для, так сказать, ну, для загородного отдыха, к примеру, если новые владельцы будут где-то проживать, Москва, область по Ярославскому направлению, ну, лучше не придумаешь. Всегда доберешься, все тут рядом. Для постоянного места жительства школа рядом, значит, муниципалитет также недалеко. И всякие супермаркеты верные, также все рядом. Верный супермаркет такой есть. Это у нас незавершенный строительством жилой дом. Сейчас мы поближе подойдем. Но места шикарнейшие места. Пожалуйста, регистрируем баню. Вот она. И газифицируем. Можете наблюдать, у нас открытая тут беседочка. Также хозблок есть. Качество бани более чем шикарное. На бревна посмотрите. Фундамент, лента под баню. С
Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», и на тематических и не тематических интернет-порталах. Возможно, покупка данного земельного участка в ипотеку. Помогаем, оформляем, все необходимое делаем. Ваше внимание, туалет практически евро. Еще раз посмотрите на бревно, на фундамент под баню. Одну такую баню сейчас построить — достаточно приличная сумма набегает. И хозблок. Тоже, извините меня, новенький хозблок, новенькая банька. Относительно, конечно, новенькое все. Тоже, извините меня, это все, значит, бесплатно на участке не появится. Все нужно купить, привезти, разгрузить, собрать и так далее. Ну, бани давно не пользовались, поэтому в таком все состоянии. Но суть не в этом, суть в качестве. И в бане единственное, что у нас печки нету. По фотографиям посмотрите более детально. Второй этаж. Все материалы функционирующие и долговечные еще. Это очень важно. То есть сносить ничего не надо, только подделать, доделать и так далее. Ну и давайте мы с вами еще посмотрим, собственно, незавершенный строительством домик. Домик у нас также на цементированных столбах. Уже перегородки кое-какие сделаны. И второй этаж, каркас функционирующий, никаких проблем. Конечно, нужно накрыть под крышу, чтобы все нормально было. Но есть с чем работать. Прекраснейшее место, прекраснейшее. И достаточно прилично уже сделано. Продается данный объект недвижимости в силу очень простых причин. Очень многие задают вопрос: а в чем, что тут не так, как, чего? Не тут именно, а вообще, почему продается? Ну, потому что люди живут в частном доме в городе Александров. Им, грубо говоря, этот объект недвижимости уже не нужен. Стоимость адекватная с учетом локации, возможности газификации, электрификации и уже построенных сооружений и, собственно, забора. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Оказываем услуги. Кстати, грибы вот. Оба, ваше внимание. Прямо на участке. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. И непосредственно наша работа основная — это, значит, работа с недвижимостью, оформление недвижимости, поиск покупателей, поиск собственников недвижимости и все, что с этим связано. И еще выход к пруду сейчас покажем. Вашему вниманию, собственный выход на муниципальную территорию. Вот эта вот территория, она муниципальная. Тут соседей не будет. Можно сделать, значит, собственную, так сказать, прогулочную территорию. И выход к пруду. Прекраснейший вариант загородной недвижимости как для постоянного места жительства, так и для загородного отдыха. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия».